Здравствуйте, сегодня я буду пересказывать сказку «Приключения электроника. 31-я неделя» от лица профессора. Я зашел в кабинет директора и показываю ему свое изобретение. Директор радуется и говорит: «Покажи же свое изобретение, раз оно у тебя есть». Я достаю чемодан и открываю его. Директор радуется и говорит: «Так проверь же его, в каком он состоянии». Я вышел из кабинета директора и пошел в свой офис. Я открываю чемодан, и оттуда выходит электроник. Я ему приказываю засунуть пальцы в розетку. Электроник делает это и засовывает пальцы в розетку. И говорит: «Щипит, щипит». Я отвечаю: «Не волнуйся, это нормально. Ты должен сегодня много работать». И как я не успел это сказать, электроник выскочил из окна и убежал. Как же я мог перепутать 220 вольт? Я выбежал на улицу и первый же попавшийся такси сел и поехал искать электроник. Все, заканчиваю, до свидания.